Председатель регионального парламента Василий Шамбер вернулся в Мурманск. Напомним, спикер областной думы подозревается в хищении 42 миллионов рублей. По этому поводу в четверг он был вызван на допрос. Но Василий Шамбер находился в служебной командировке в Москве. В ближайшее время он собирается принять участие в следствии, а также проведет пресс-конференцию для журналистов. А пока обстоятельства дела выясняются. По данным информационного агентства «Регнум», Василий Шамбер будет временно исключен из партии «Единая Россия».